Дивное писание. Как часто длинными ночами с пером гусиным и свечами склонялся Пушкин над листком, как сказка дивная потом рождалась росписью на нем, как звери в строках оживали, злодеи в глубине мелькали, как тайный образ возникал, вплетаясь с легкостью в роман, как вдруг любовь, порыв желаний, явилась явью пожеланий. Загадки, тайны раскрывались и на века нам оставались. Поэт, казалось, лист пером кромсал, но рифмой жил и мечтал. Вот оттого его стихи уж сотни лет сложны, легки, и нашу душу поражают. В веках легко они витают. С той рифмой с детства мы растем, по жизни с ней мы идем. Его слова верны и громки, а благодарные потомки, его читая, вспоминают, в стихах и прозе воспевают. Перо гусиное, но слог, видать уж Бог ему помог, что родились такие строчки, где в сказках тайны, заморочки, ведь гения рифма лира всегда найдет себе кумира. Александр Шехтер.